Дальневосточная столица остается во власти непогоды. В течение дня, по прогнозам синоптиков, сохранятся осадки. Из-за сильного ветра дороги и тротуары заметает, местами образуются сугробы высотой более метра. Дорожные службы продолжают расчищать город от снега. В работах задействованы грейдеры, тракторы, КАМАЗы с отвалами, машины с реагентами и другая техника. Как сообщают в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, работы по расчистке не прекращаются и идут в круглосуточном режиме. С начала снегопада к работам подключили дополнительные силы, технику для вывоза снега, рабочих и малую механизацию для уборки пешеходных зон. Автолюбителей просят не выезжать на личном транспорте. В настоящий момент на территории города Владивостока остается сложная ситуация по метеоусловиям. Для очистки вышли порядка 175 единиц техники. Привлечено 445 работников сферы ЖКХ для уборки пешеходных зон и территорий. На маршруты города сегодня вышли порядка 412 единиц общественного транспорта. Всего с начала снегопада выпало порядка 25 миллиметров. Это в выражении снежного покрова порядка 25-30 сантиметров снега.